Привет, народ! Томат здесь, новый мод WastePotch. Давайте посмотрим. Я уже немного поиграл, и поэтому скажу то, что он довольно-таки интересен. Относительно новых модов, что я в последнее время и делаю, это бегаю по разным модам. Он мне понравился. И угадайте, гибрид каких двух модов WastePotch является? Дам подсказку. Wasteland и Epoch. Я, походу, только что сказал, что это такое. В общем, соединили Wasteland и Epoch. То есть, медленное развитие и выживание DayZ с техникой, вооружением и эпическими баталиями Wasteland. И я думаю, это довольно-таки интересно. Тут также есть классы. Вот, при спавне вам дается выбор, за какой класс. Ну, например, британский солдат. Тут же вам дается какой-то стартовый гир, причем довольно-таки неплохой. Ну, зависит от какого класса вы рисанулись. Там есть бизнесмен, которого дается золотой АКСУ и черная Волга. И ты такой, как новый русский, делаешь бильберду. Но британскую солдат, его довольно-таки классное вооружение. Машина. Открытый Land Rover. Ну, конечно же, без патронов, без всего. То это было бы слишком жестко, по-моему. Или это какая-то техника? Ладно, неважно. И в зависимости от каждого класса, у каждого свой разный гир. Можно, в принципе, сразу рвануть на миссии, которые, кстати, здесь нереально быстро появляются новые. Вот минуту назад я заходил, проверил, работает сервер или нет. Тут было три миссии, уже одна новая причем. Что-то, походу, он остановился там. Пойду посмотрю. А, нет, он уехал, все. Я вам, конечно же, расскажу, как установить этот мод. В описании я напишу и айпишник даже, и как его установить. Через DS Commander, там все довольно-таки легко. Ну и попробую вам показать приколюху какую-нибудь в этом сервере. Какой-то молодой человек там лежит. Походу только что заспавнился, я не знаю. Какой-то полицейский был, интересно, что у него в стартовом гире. Потому что я довольно-таки не много играю в этом. М4А3 ССО, довольно-таки интересно. Ух ты, пакет крови, два морфия, гранат. Довольно-таки пригодятся эти штуки. Еще один санак, давай. Закает. Саперная лопатка пригодится всегда. Ну, она что, праворульная? Лол, она праворульная. Она нормально едет по... Какой-то у вас. Интересно. Нет, она ужасно едет. Вот вам и стартовый гир. У этого полицейского полицейская тачка заспавнилась. Но она ужасно ездит. Вне дороги. Кстати, вот... Только что проехал километр буквально, и вот, на тебе, первая драка. Первая стычка.
Ха! Не с тем ты связался, сынок. No scope, MLG, motherfucker. No scope. No scope, motherfucker. Да третий, да что ты такой? Ты такой бред. Вот вам, пожалуйста. Неожиданный поворот. Думал то, что там один наркоман. Там оказалось два наркомана. Помимо второго наркомана оказался третий наркоман. И они все оказались не наркоманы, а солдаты, которые меня убили. Вот так вот. И на болотах. Забавно то, что можно лутаться, помимо того, что еще и воевать. И это все еще можно продавать и создавать базы. Разве это не круто? Классный мод. 5 минут и уже пару кубиков адреналина мне в задницу было вколото, как будто. Нормально? Нормально.